и ЦСКА. Убегает быстро отрыв, а Матембай забивает. Против него Ильницкий защищается. Либо же Шарль. Не так часто он свой дальний бросок демонстрирует здесь. Очень любит атаковать. Мело снова с этой точки. И как вовремя прилетел Ливио Шаншар. Возвращает мяч к Энвону. Оливье забивает с дальней дистанции. Хорошо сегодня именно дальние броски. Энлан, еще одна попытка, и снова мяч в корзине. Фантастика! Энлан на Мбай, Амат лезет внутрь, Жан Шарль отправляется в полет.